Это контракт, глядя на который, меня обуревает чувство зависти. Я ничего не могу с собой поделать, потому что 76 миллионов на ближайшие... Ну, даже не на ближайший, потому что следующий сезон еще будет действовать прежнее соглашение, 3,5 миллиона, а уже потом вступит в силу нынешний контракт, 76 миллионов, 45 в виде бонусов гарантированных, понятно, там часть налогов, но мне кажется, что правнуки Андрея Василевского, которые еще не родились, уже могут чувствовать себя спокойно. Мои правнуки, которые не родились, так спокойно себя чувствовать не могут. Но если говорить серьезно, то Андрей полностью заслужил эти деньги, и дело даже не в том, что он хорошо, здорово играет, получил визину, а он всю свою карьеру, в общем-то, вкалывал как проклятый, и я сам это видел своими глазами, когда он еще выступал за молодежную сборную, был просто талантливым вратарем, но о том, что он станет суперзвездой НХЛ, тогда говорили осторожно, все-таки, да, талант, все здорово, но как сложится, никто не знал, но все складывается для него хорошо. Молодец. Молодец его агент Дэн Мельштейн, надо отметить. Василевский стал третьим по зарплате вратарем. При этом надо учитывать, что он молод. Ему исполнилось несколько дней назад всего 25 лет. И по истечении контракта ему будет 34 года. И он может подписать какую-нибудь еще, если будет здоров. В общем, и дай бог ему выиграть что-нибудь именно в командном плане. Он этого хочет. Команда хорошая, потенциал есть. Как говорится, вперед из песни за титулом.